привет, баба Вера, опять с вами, снова опять, в комментариях читаю: психушка, 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 психушка. Думаю, или меня уже психушку отправляют, так я там уже была, что мне там делать? Или, а потом, посмотрите, ну, песенку «Кармавал», психушка. А, так это песня? Думаю, ну тогда будем смотреть. Психушка, психушка. Я уже, ребята, подумала, пора уходить в психушку. А оттуда в какие видосы шли? Там бы мне как помогали реакции делать. Не бойтесь, я поорганизовала. Так что, поехали. Алло? Ой-ой-ой, психушка. Не, я не знаю, где он. Вы что, думаете, я его насильно держать буду? Заперла тебя дома, недоступны телефоны. Дальше от друзей, знакомых забрала своего боя. Я связала твои руки, все истерики наружу. Не пойму, ну почему же превратилась все в психушку? Я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Что-то мне оно напоминает, знаете. Кажется, я уже где-то это слышала. Не? О, ну, название говорит само о себе, так сказать, психушка. Название говорит само за себя, это точно. А это кто? Блогерша? Или, не, тиктокерша? Чи блогерша? Короче, один поет, второй отвечает, и все нормально. Этот Егор запел, тут психушку ему отправили, его в психушку, она ответила. А мы слушаем и развлекаемся. Это есть психушка? Я так думаю. Хотя, я не знаю, вот в ТикТоке все поют, даже я пою. Там главное рот открывать. А за тебя подставляешь. И вот так получается. Классно. Так что я тоже в психушке. В тиктоковой психушке. А так умничка. Вы видите, музыка заедает. Молодец. О, молодец. Так пацанам и отвечать и надо. Отправила их в психушку. Хай идут. И без разницы. Шуруйте. И без разницы нам, на что похоже, на кого похоже. Главное, чтобы весело было, задорно вот так. И нас развлекло. Сколько той жизни. Ну, а в голове у меня что? Психушка. Ну, это так, между нами. Больше никому не говорить. Пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба
Баба Вера, Баба Вера, Баба Вера.